пятном возраста. У нас мечты. У нас сейчас там 35 самоорганизованных клубов. Это различные клубы. Рисование, пение, занятия гимнастикой. Ну, центр отличный. Да. Значит, мы приглашаем всех, кто не посетил, с удовольствием примем, покажем и расскажем. Уже проведено 450 мероприятий в офлайне и в онлайн форматах. И посещение за год, за прошлый год, это с июля месяца, это у нас 6 тысяч посещений составило вот в этом. Мы тут с вашим руководителем были на программе на радио Москвы, как раз посвященной Московскому долголетию, и там прозвучала цифра о том, что у нас в центрах Московского долголетия созданы даже пары, которые зарегистрировали свой брак. Да, есть такое в Южном округе. В Южном округе у нас зарегистрировано браков там больше 10.